Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойный есть якого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскреси из мертвых, Господи Иисусе Христе Боже наш, молитва ради Пречистой Твоей Матери, силы честного и животворящего Христа и святых ангелов наших хранителей и всех святых. Помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. Аминь. Боже милостив, буди мне грешному, создав имя, Господи, помилуй мя. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, яко николишь сотворик благое перед Тобою, но избави меня от лукавого, и да будет во мне воля Твоя. Да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровища благих жизнеподателю, приди и вселись вны, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, як и Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, 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 еси Боже Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Вот одрайс на воздвиг мне, еси Господи, ум мой просвети сердце, и усне мои отверзи, во ежи пети тебя Святая Троица. Свят, 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 еси Боже Богородицу и помилуй нас. И ныне и присно во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и кое-гожды деяния обнажатся. Но страхом зовем в полунощи. Свят, 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 еси Боже, Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоя благости и долготерпения. Не прогневался, если на меня ленивого и грешного, ниже погубил меня с беззакониями моими,
Но человеколюбствовал еси обычный, в нечаянии лежащего воздвигме еси. Во еже утренте славословите державу твою. И ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучайтеся словесем твоим, и разумейте заповеди твоя, и творите волю твою, и петите во исповедание сердечным, и воспевайте все святое имя твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Псалом 129. Из глубины взываю к Тебе, Господи. Господи, услыши голос мой. Да будут уши Твои внимательны к голосу молений моих. Если Ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у Тебя прощение. Да благоговеют пред Тобою. Да благоговеют пред Тобою, надеюсь на Господа. Надеется душа моя на Слово Его, уповаю. Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи утра. Более, нежели стражи утра. Не трогай телефон, сказал. Что ж переживаете-то? Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость и многое у Него избавление, и Он избавит Израиля от всех бедствий его. Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и не входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирял ли я и не успокаивал ли я души моей, как дитяти, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди. Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек. Вспомни, Господи, Давида и все сокрушения его, как он клялся Господу, давал обеты сильному Иакова. Не пойду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое, не дам сна очам моим и веждам моим дремати. Доколе не найду места Господу, жилище сильному Иакова. Вот, мы слышали о нем Ефрафе, нашли его на полях Иарима. Пойдем к жилищу его, поклонимся подножию ног его. Стань, Господи, на место покоя твоего, ты и ковчег могущества твоего. Священники твои облекутся правдою, и святые твои возрадуются. Ради Давида, раба твоего, не отврати лица помазанника твоего. Клялся Господь Давиду в истине, и не отречется ее. От плода чрева твоего посажу на престоле твоем. Если сыновья твои будут сохранять завет мой и откровения мои, которыми я научу их, то и их сыновья вовеки будут сидеть на престоле твоем. Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище себе. Это покой мой навеки. Здесь селюсь, ибо я возжелал его. Пищу его благословляя, благословлю. Нищих его насыщу хлебом. Священников его облеку во спасение. И святые его радостью возрадуются. Там возвращу рог Давиду. Поставлю светильник помазаннику моему. Врагов его облеку стыдом, и на нем будет сиять венец его. Как хорошо и приятно жить братьям вместе. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду Аарона, стекающий на края одежды его, как роса ермонская, сходящая на горы Сионские. Ибо там заповедовал Господь благословение и жизнь навеки. Благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в доме Господнем.
во дворах дома Бога нашего во время ночи. Воздвигните руки наши к святилищу и благословите Господа. Благословит тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. От сна восстав, полуночную песнь приношу тебе, спаси, и припадай вопию тебе, не дашь мне уснуть и во греховной смерти. Ну, щедро мне раскрыся волею, и лежащими обленностью, ускорив восстави, и спаси меня в предстоянии молитве, и по сне ночнем во сие медем безгрешен Христе Божий, и спаси меня. К тебе, владыка человеколюбча, от сна восстав прибегаю, и на дела твои подвизаюсь и милосердием твоим, и молюсь о тебе, помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения. И спаси меня, видев царство Твое вечное. Ты будешь мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, от Тебе же все упование мое, Тебе славу высылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи же, многою Твоею благостью, великими щедротами Твоими, дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время, ноще сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, владыка всяческих творче, сподоби меня истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Господи, Вседержитель, и же Боже сил и всякие плоти, вышних живые и несмиренные, презирая, сердца же утробы испытуя, и сокровенные человеков явя предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю прими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедрот дерзающе, от скверных Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, еже делом и словом, и мыслью, ведением или неведением, согрешенной нами, и очистенной от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, в ожидающем пришествии светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». Вон же со славою судья всех приидет, по мужду дать и по делом его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радости божественный чертог славы его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих твоего лица доброту неизреченную, ты будешь истинный свет, просвещай, освещай, всяческое тебя поет, вся тварь во веки веков. Аминь. Святые ангели, престоя и каянной моей души, и страстной моей жизни, оставь меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону, обладать и мною, носицем смертного сего телесе. Укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранителю и покровителю окаянная моя души и тела, вся мне прости, ликом тебя оскорбих во все дни живота моего. Яще, что согреших в предшедшую ночь сию, покры меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного. Да ни в коем гресе прогневую Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсе своем и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего,
уныние, забвение, неразумие, нерадение и все скверны, лукавые, хульные помышления, от окаянного моего сердца, от вомраченного ума моего, и погаси пламя страстей моих, яко нищесим и окаянен, и избави меня от многих лютых воспоминаний и предприятий, от всех дей злых свободи меня, яко благословен еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии. Ростислав Александр, Андрей Антоний, Виталий, Владимир, Галина, Геннадий, Наталья, Денис, Евгений, Екатерина, Елена, Иоанн, Игнатий, Игорь, Илья, Ирина, Петр, Константин, Любовь, Людмила, Надежда, Наум, Николай, Ксения, Ольга, Роман, Михаил, Таисия, Татьяна, Вячеслав, як усердно к вам прибегаем, скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спас родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победы нас сопротивная даруй, и Твое сохраняй крестом Твоим жительством. Достойный есть якого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери, силу честного и животворящего креста и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, слава Тебе! Хвала Тебе, наш милосердный Бог и Иегова! Авва, Отче, услышь молитву нашу, услышь меня грешного и помилуй. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля слава, полна славы Его. Аллилуйя! Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за тот день, в который Ты мне даровал веру Твою святую, страх Божий и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Боже, за день, в который Ты мне даровал святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину. Аллилуйя! И вечности, воздай милости Твои всем тем, кто трудился над моей душой и возрастанием ее к Тебе. Хвала Тебе! Благослови отца моего духовного Игнатия и отца Иакима, и всех братьев Барнаульской и Потеряевской общин, нашего интернет-содружества, всех здесь стоящих на молитве. Не дай дьяволу никого похитить из руки Твоей, Господи, даруй каждому рождение свыше и водительство Духом Твоим святым. Хвала Тебе! Пресвятая Госпожа Богородица, Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми. Матерь Божья, благодарю Тебя. Покрой амофором любви Твоей от всего того, что не славит Господа. Господи, воздай милость Твою всем, кто помогает и является благовестником, миссионером, истинным и
благослови тем, кто помог совершить миссионерское путешествие. И посеянное ими да даст обильные и добрые плоды. Благослови всем помогавшим. Хвала тебе. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном. Добрый мой ангел, благодарю тебя. Сколько лет ты хранил меня и защищал от невидимых и невидимых опасностей и повреждений и злых духов. И в смертный час не покинь, и на мытарствах проведи душу мою и введи ее в Царствие Небесное навеки. Благослови, Господи, народ Твой еврейский, чтобы они приняли Сына Твоего Иисуса Христа как истинного Мессию и Спасителя. Благослови, Господи, русский, татарский, украинский, белорусский, казахский, армянский, грузинский, другие большие и малые народы, да обратится к Тебе остаток Твой и да изменит жизнь свою. Иоанн Креститель, предтеча Христов, моли Бога о нас. Господи, научи нас жить в бедности и быть благочестивыми и довольными, довольствоваться питанием и одеждой, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономными, помогать нуждающимся и искать прежде всего Царствие Божие, правды Его, и не бояться начальствующих и правителей грозных, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать и устоять в верности Богу. Господи, услышь молитву нашу и тех, кто молится о нас, и коснись сердец патриархов, епископов, священников и диаконов, и тех, кто является служителями Твоими, Господи Боже наш. Святитель Христов Никола, Мирликийский, чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Да примет Господь молитву Твою о нас и о живности нашей, через которую Господь и обличает пребывание нашей на этой земле. Господи Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, наш милосердный! Спаси нас, Господи, и помилуй! Аллилуйя! Святые пророки Илия, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варуха, Иезекииль, Осия, Иль, Агей, Сафоний, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил и отроки, пророк Михей, молите Бога о нас. Господи, слава Тебе за Святую Библию и за дивных пророков, которые движимы Духом Святым изрекли и записали эти слова для нас. Исполни Духом Святым Твоим Церковь Твою, и дабы день прихода Твоего и нашего отшествия не застал нас неготовыми, но вышли бы мы навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными елея добрых дел, содеянных в Духе Святом и с любовью. Святые ангелы, архангелы, херувимы и серафимы, все небесные силы, престолы Божие предстоящие, молите Бога о нас. Святые всехвальные апостолы, первоверховный Петр и Павел, святые евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн, молите Бога о нас. Да дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Юстин Философ, Косма и Демьян, Андрей Стратилат и Иерон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон и 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, Авраамий Болгарский, Вячеслав Чешский, молите Бога о нас. Господи, укрепи сердца наши в Слове Твоем. И малые дети, чтобы искренне верили в Тебя, в гонениях и в искушениях, не допусти до принятия антихристового начертания зверя на чело или на правую руку. Дабы люди в скорби и печали не отошли от Тебя. Господи, вразуми священство, обманывающее людей, как будто бы от предсказанных Тобою казней можно избавиться ухищрениями, союзами, изобретениями, медициной. Это сатанинская ложь.
Твои пречистые уста сказали, что будут в последние дни глады, моры, землетрясения, войны, и восстанет брат на брата, народ на народ и царство на царство. Но это еще не конец, и сему надлежит быть, и этого никак нельзя избежать. Ибо это изрекли твои уста, Господи, и все это по любви твоей, чтобы не уходили из этой жизни, не примирившись с тобою, ибо за гробом нет покаяния. Господи, славим тебя за все эти суды, правды твоя. Ибо без них невозможно многим спастись, Господи, слава тебе. Святые учителя церкви, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, митрополит Иннокентий, Макарий Алтайский, Николай Японский и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас. Да укрепит и сохранит нас Господь в святой православной вере. А замыслы еретиков, сектантов, Господи, разрушь, развей и ни во что преврати. Господи, благослови призванных на фронт, изъятых из семей, Никиту, Максима, Александра, Андрея, коснись сердца. И духовное рождение, чтобы они, даруй им, чтобы они были там, светильниками твоими, чтобы не запятнали себя чужой кровью. Пощади томящихся в вузах, тюрьмах, психиатрических темницах Сергия, Илью и других, Вара. Упокой, Господи, души усопших в обителях небесных, отец и братья наших, родителей, сродников, благодетелей и всех православных христиан. Митрополит Кирилла, Евтихия, Иофана, Татьяна Серафиму, Неонилу, Игнатия, Ольгу, Сергия Парализованного, Алексия, Иоанна, Галина Капитолина, Тихона, Мария. Ибо нет человека, которые бы не согрешили на этой земле. Прости им все согрешения, вольные и невольные, если это тебе угодно. И душам нашим полезное сотвори. Аллилуйя. Святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина Феврония, Вера, Надежда, Любовь и Материк София, Наталья Адриана Варвара, Екатерина Перепетуя, Татьяна Ирина, Ольга Елена Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескилла и Акила, Андроники, Юния, Киприяна и Устина, моли Бога о нас. Даруй, Господи, женам и девам послушание, молчание, целомудрие и стыдливость. И сохрани их от поруганий и нападений недобрых людей. Да будет благословен этот день. Жалься над наследием твоим. Да будут всюду мир и любовь, и свидетельство этому миру о жертве Твоей. Господи, молим Тебя о наших болящих Сергии Антоне, младенце Елизавете Татьяне. Не дай погибнуть Сергию Авраму, до конца смешаться с миром, даруй покаяние. Или Ирину сохрани от недобрых людей. Николая Романа, благослови найти работу по сердцу Твоему. Помоги Роману. Отведи от него руки кесаря. Вячеслава, Илью, Анатолия, укрепи в семейных вопросах, дабы они не колебались от возмущения их жен. Владислава, Артема, Виктора, Павла, Лии, Софии, Ксении, неверующих, маловерующих или в стене, или в ересе пребывающих. Ольги, Григория, Надежды, Надежды, Людмилы, Николая, Василия, Марии, Маклексия, Максима, Ксении, Виталия, Елены, Галина Резды, Роза, Владимира, Игоря, Вячеслава, или Олега, Анатолия, Юрия, Татьяна. Михаила, 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 Алины, Романа,
Корни сердец, Господи. Изгони всякого духа злобы из Рустика Александра. Александр, Роман, Андрей, Игорь, Максим, Максим, Владислав, Владимир, если это угодно тебе, даруй Сергию покаяние. Господи Боже наш, слава тебе. И благослови, Господи, всех, помогающих в издании Нового Завета, трехтомного толкования на Новый Завет, и делающих, Господи, предохрани от ошибок и от недобрых и непорядочных людей. Боже, милостив, буди мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых Твоих, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, прими и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. Прими нашу молитву, Господи, всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. А не заповедавшим, Господи, мы молимся, коснись их, приведи их к покаянию и жалься над ними. Между нами да будет мир, любовь и согласие всегда. Тебе, Боже, хвала, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Господи, говори, слушает и да слышит раб Твой. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Доброе утро всем. Доброе утро. Итак, продолжим читать